sonsuz aşka gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrün. Bilen bilir adı kiraz mevsimi. Волшебная игра. В этой игре первые никогда не забываются. Первый взгляд, первая любовь, первая улыбка, первое волнение. Первое разочарование, первые слезы. И самое главное, первая боль в животе. После этой боли ты думаешь, что ты больше никогда не встанешь на ноги. Не сможешь никому поверить. Не сможешь больше влюбиться. Потом, в самый неожиданный момент, все изменится. И ты не сможешь убежать от любви. Как ты? Сейчас уже лучше. Мама, будь осторожней. Я прошу прощения. Я устала, мама, давай уже. Хорошо, хорошо, единственная моя. Чуть-чуть осталось. Давай посмотрим. Да. Ну как? Получилось так же красиво, как на твоем рисунке? Только ты и шьешь по моим рисункам. Как ты к себе несправедлива? Твои рисунки всем очень нравятся. Ага, спасибо соседям в квартале. Кроме того, я любимица всех деревенских бабок. Ты так говоришь, но у меня благодаря тебе стало больше работы. Ну хорошо, хоть работу нахожу.
Давай, давай, иди, переодевайся. Тетя Шифран скоро придет за платье. Интересно, а если бы у нас с ее дочерью были разные размеры, что бы ты делала? Ну, тогда не успела бы к свадьбе, что поделать? Давай, беги, готовься, а то опоздаешь. Мама, слушаю. Я передумала, не пойду. Не глупевай, Кё. Сколько ты уже ждешь этого дня? Ну и пусть, это пустые надежды. Откуда ты знаешь? И попробовав, ничего не узнаешь. Вот увидишь, им понравятся твои рисунки. Думаешь? Да, конечно, уверена. Давай, иди, переодевайся. Красавица моя. Я открою. Осторожно, сынок. Здравствуйте. Сестра, сестра Шейма пришла. О, Шейма пришла, приходите. Иду, иду, здравствуйте. Добро пожаловать, добро пожаловать. Я пошла следом за ней. Правильно сделала, Гюрселы. Проходи. Проходи, Шейма. Ой, нет, мы скоро пойдем, спасибо. Мама, я на тренировку ухожу. Хорошо, дорогой мой. После тренировок, как вспотеешь, сразу переоденься. Хорошо? Хорошо, мама. Хорошо, что ты тоже идешь, Сёйку. Шима, пусть она не передумает, хорошо? Нет, нет, не переживайте. Добро пожаловать, тетя Гурселы. Здравствуй, Айкю. Доченька, ну давай же, удачи. Ох, это было... Давай, давай. Давай, доченька. До встречи. Айнем, ой, дорогая. Все великолепно. Люди просто не могут определиться, что им больше нравится. Спасибо, дорогая моя. Увидимся. Как ты, дорогая? Хорошо, а ты? Хорошо, как же хорошо ты сделала, что открыла этот дом моды. Красиво выглядит, не так ли? Последний раз мы в Милане виделись? Да. Опять ты создала великолепие. Все только о тебе и будут говорить. Давай попозируем. Сибельчик. Увидимся. Как ты? Давайте еще здесь пофотографируем. Моя королева. Господин Аяс, добро пожаловать. Поздравляем вас. Ответьте на вопросы. Господин Аяс, эта девушка ваша возлюбленная? Аккуратнее, внимательнее будь. О, Аяс пришел. Мой источник вдохновения. Мамочка, давай сфотографируемся. Мамочка, думаю, этого достаточно. Как ты, дорогая? Отлично. Вы, как всегда, выглядите великолепно. Ты же не встречаешься с этой девушкой, не так ли? Мама... Хорошо, хорошо. Вас ждут для интервью. Хорошо. Поцелуй маму. Потом увидимся. О, здравствуйте. Как ты?
Я могу вам помочь? Я хотела встретиться с госпожой Анем. На какую тему? Я ее поклонница. А кто не ее поклонник? Вы правы. У меня есть рисунки, которые я хотела бы ей показать. А у кого их нет? Я уверена, что многие пытаются с ней связаться. Ну да ладно. Смотри, дорогая, она сейчас не может с тобой увидеться. Но если ты дашь свое досье мне, она с тобой потом созвонится. Ты записала свои личные данные? Да. Если ей понравится, она обязательно перезвонит. Спасибо огромное. Два месяца спустя. Сестра, твой телефон. Слушаю, тетя Гурселин. Нет, не пришла еще Шима. Хорошо, не переживайте. Если Архан позвонит, то она осталась у нас. Хорошо, увидимся. Они мне не позвонят. Если бы понравилось, они бы давно бы уже позвонили. Два месяца прошло. Дочка, потерпи немного. Ты знаешь, сколько таких, как ты, с ней пытаются связаться каждый день? Если она с каждым будет встречаться по отдельности, ох, сколько времени пройдет. Ну, тоже правильно. Правильно, конечно. Даст Бог так. Ну, ладно, я опаздываю на учебу. Спасибо за все. Да не за что, доченька. Послушай, все будет так, как ты хочешь. Просто дай немного времени и потерпи, хорошо? Надеюсь, она красивая. Нормальная. Доброе утро. Ты уходишь? Да. Я бы приготовила тебе завтрак. Нет, не надо. Я опаздываю на совещание. Я тебе позвоню. У тебя есть мой номер? А мой у тебя есть? Нет. Я тебя найду. Не переживай. Шейма, где ты была прошлой ночью? Твоя мама звонила. Женщина переживает. Ты в порядке? Мы поругались. Опять? Слушай, подруга, на этот раз точно конец. Ни за что не прощу. Что случилось? Чего только не было. Давай зайдем ко мне, там поговорим. Я опаздываю на учебу. Ладно, тогда после учебы приходи ко мне в магазин, хорошо? Береги себя.
Молодец, Джем. Фрат. Аккуратно. Хорошо. Джем, распахни руки шире. Эмре. Вы продолжайте. Опять не идешь на уроки? Нет, у нас на этой неделе очень важный матч. Надо хорошо подготовиться, я не приду. Хорошо, я разберусь с конспектами. Хорошо, спасибо. Так, продолжаем. Что это за место, интересно? Где я оставил машину? У меня же на самом деле совещание было. Митэ меня убьет. Черт, эй, эй, это моя машина, эй, остановитесь. Ох, Аяс, если бы ты взял трубку, я бы удивился. Кто знает, где ты опять остался на ночь. Но ты только опоздай на это собрание, я тебя устрою. Что случилось, сынок? Кто тебя разозлил? Ну, а как ты думаешь? Аяс. Доброе утро, господин Велин. Доброе утро. Чай будете? Буду. А вы, господин Мед? А, нет, нет, я уже стою. Буржу еще не встала? Встала, папочка. Доброе утро. Дорогая моя. Братик, доброе утро. Доброе утро, принцесса. Госпожа Бурджу, вы будете свой завтрак? Нет, я ничего не буду, я уже ухожу. Дорогая, ты не позавтракала, садись. Я на учебе перекушу, папочка. Да-да, мы убегаем. Давай. Мите. Насчет вечера. А, хорошо, ты не переживай. Я все приготовлю так, как хочет Бурджу. Пусть все будет хорошо, ладно? Не переживай. Давай. Удачи. Хорошо. Ты же сказал отцу, не так ли, братик? Что? Ну, брат. Я тебе так скажу. Поедешь на летние каникулы в Америку, но там ты не останешься надолго. Серьезно? Папа разрешил? Ты самый замечательный и самый красивый брат в мире. Ладно, ладно, все. Будь внимательна. Аяс пришел? Нет, господин Мите. И не звонил. К сожалению. Хорошо, ты продолжай ему звонить, хорошо? Добро пожаловать. Господин Аяс, я Мите, партнер. У господина Аяза вышло небольшое дело. Надеюсь, он не опоздает на собрание, у нас нет лишнего времени. Нет, нет, он скоро будет. Проходите. Госпожа Семра проводит вас в конференц-зал, а я скоро подойду. Продолжай ему звонить. Что происходит? Колесо пробило. Черт подери. Может быть, еще чаю или кофе? Нет. Я надеюсь, у господина Аяза есть оправдание. Конечно же, есть. Пожалуйста, господин Мите. Спасибо.
Я первая остановилась. Ты откуда взялась? Я уже час жду такси. Нет, я первая сяду, я опаздываю. Я опаздываю на собрание. Эй! Довольна? Ты у меня спрашиваешь? Да. Вообще-то я девушка, и будь джентльменом. Когда вам выгодно, вы равны. Когда нет, девушка. Хочешь остановить такси раньше меня? Нетушки, дорогой. Моя сумка. Чего ты смотришь? Помоги. Осторожнее. Ты чуть голову мне не разбил. Да твою крепкую голову так просто не разобьешь, понятно? А, что ты делаешь? Осторожней. Извини, я же не специально. Было бы неплохо, если бы я от тебя быстрее избавился. Я тоже так думаю. Они в конференц-зале. Тебе идет голубой. Спасибо, господин Аяс. Если мы еще подождем, то мы не успеем на другую конференцию. Господин Адем, честное слово, для нас, конечно, важны оригинальность и качество проекта. Но прежде всего важна дисциплина. Но я вижу, для нас тоже дисциплина очень важна, госпожа Демид. Прошу прощения за опоздание. Я попал в небольшую аварию по дороге. Пусть все обойдется. Надеюсь, ничего серьезного? Нет. Но мне жаль, что я заставил вас ждать. Неважно. С каждым может случиться. Не будем больше ждать. Немедленно начнем. Но мы не успеем к следующим двум собраниям, госпожа Демид. Сообщим им, что задержимся. Там нет ничего срочного. Торговый центр будет состоять из двух главных зданий. Выглядит очень впечатляюще. Мне тоже понравилось. Как видите, вокруг водного канала, который будет находиться между зданиями, будет располагаться множество кафе и ресторанов. Таким образом, все, что связано с едой, будет сосредоточено в одном месте. Перейдем к деталям. Как и любой вид искусства, рисование с античных времен воспринимается как простой вид искусства. Со стороны высокопоставленных лиц и строителей, художникам, ты где застряла? Не спрашивай. Что случилось? Сначала автобус поломался, потом поспорила с одним козлом. Девушки, если вы хотите, мы можем выйти, а вы спокойно пообщаетесь. Извините, учитель. Salt bir motifi yansıtmaktan öte, kendi özgür duygu ve... Çalan kimin telefonu? Чей телефон звонит? Ойкю? Ойкю? Benim değil, это не мой учитель. Benimki sessizde. Мой на беззвучном. İnanmıyorsanız... Если не верите, посмотрите.
Я вам 50 раз говорила, что как заходите на лекцию, отключайте телефоны. За дверь. Но это не мой телефон, учитель. Эта девушка точно ненормальная. А она ничего так. Наконец-то ты поняла, что перепутала телефоны. Если ты это понял раньше, мог бы позвонить. Можешь принести телефон? Почему я должен? Поскольку телефоны перепутали по твоей вине, то ты должен привести. Хорошо, но при одном условии. Если дашь слово, что ты встретишь меня в ночной сорочке в горошек. Ах ты! Ты что, копался в моих фотографиях? То, что ты сделал, низко. Аяс, я побежал. Если не хочешь, чтобы я дальше копался в твоем телефоне, то приедешь и сама заберешь. Давай адрес. Кофе? Нет. Если ты закончил копаться в моем телефоне, то я немедленно его заберу и уйду. Закончил. Надеюсь, больше не увидимся. Вот это есть. Качество хорошее. Алло. Ой, Кюн, ты не занята? Нет, не занята. Хорошо, замечательно. Ты мне очень нужна. Где ты? Я нужна тебе? Я в магазине, в котором работает моя подруга. А что это за магазин? Хорошо, я знаю, где это место. Я тут рядом, скоро буду. Я отвратительно выгляжу. Здравствуйте. Вы ради жены тут? Нет, я не жена. Тогда ради своей девушки. К сожалению, вы снова ошиблись. Меня никогда так не радовало, что я ошиблась.
Хороший выбор. Какой у нее размер? Но вот этого я, к сожалению, не знаю. Поэтому я тут. Но тогда... Мите, Айкю, как хорошо, что ты пришла. Мне очень нужна твоя помощь. Вечером мы проведем день рождения, и я понятия не имею, что ей подарить. Хорошо, давай посмотрим. Тогда вы очень правильном месте. Айкю, ты нас не познакомишь? Познакомлю. Это Мите, брат моей подруги по учебе, Бурджо. Ой, Айкю много рассказывала о вас и Бурджо. Но, к сожалению, мы так и не познакомились. Шейма моя подруга с квартала. Они живут в вашем старом доме. Да, правда? Очень приятно, госпожа Шейма. Мне тоже. Тогда я вам покажу, из чего можно выбрать. Хорошо. Спасибо огромное. Госпожа Шейма, я вам действительно очень благодарен за помощь. Еще раз до свидания. Ну что вы, всегда к вашим услугам. Малая, тебе тоже огромное спасибо. Вечером увидимся на дне рождения, хорошо? Давай, пока. Увидимся. Когда же ты заметишь, что я уже выросла? Если ты не изменишься сама, то никогда. Посмотри-ка на эти пакеты на заднем сиденье. Что это? Принесла тебе несколько платьев на день рождения. Выбери что-нибудь. Сделай макияж, распусти волосы. Будь немного женственной, что ли. Кто, я? Ай, дай бог увижу его. Ой, Айку, каковы же он сладкий, не так ли? Давай подойдем к нему. Ну же! Ребята, сейчас позабиваем мяч в ворота, хорошо? Давайте. Бей, кидай, сынок. Молодец, Джим. Отлично. Еще раз, Ахмед, забивай. Будем по очереди, хорошо? Как дела, Эмри? Хорошо, а у вас как? Бурджу подвозила меня домой, проезжая мимо тебя, решили подойти поздороваться. Правильно сделали. Ты же придешь на вечеринку к моему дню рождения? Я постараюсь. Хорошо, приходи, очень повеселимся. Брат даже снял ресторан, будут только свои. Даже караоке есть, все будет на халяву. Хорошо, я не обещаю. Если работы не будет, то постараюсь прийти. Я вернусь на тренировку. Увидимся. Принесите мне мяч. Ай, дай бог придет. Ага, жди. Ты зачем парню говоришь такие вещи? А что? Что я сказала? Разве можно говорить человеку, что все будет на халяву? Но я сказала так, чтобы он из-за денег не отказался прийти. Я знаю, что у него туго с деньгами. Я специально сказала. Молодец, хорошо сделала. Я неправильно сделала, не так ли? А? Стыдно. Ай, что же я наделала? Ну, скажи что-нибудь, пожалуйста. Нет, ничего не испортила. Скажи что-нибудь. Настроение как не бывало. Я должен был быть слепым, чтобы столько времени тебя не замечать. Ты настолько красива, что я не могу глаз оторвать. Ты будешь моей возлюбленной, Айкю? Да. Да.
Сестра, сестра. Чего нужно? Сестра Шима тебя к телефону просит. Слушаю, Шима. Ой, Кю, как дела? Что делаешь? Хорошо, готовлюсь к дню рождения. А ты что делаешь? А, ладно, выскочила из головы. Я хотела к себе пригласить тебя поплакаться в жилетку. Риза так и не позвонил. Я очень расстроена. Что же делать? А если я приду после дня рождения, поздно не будет? Хорошо, можно в принципе? Хорошо, так и поступим. А может быть, я вместе с тобой пойду на день рождения? Постою в уголочке, ведь твоя подруга и моя подруга, не так ли? Ну, в принципе, можно. А, отлично, тогда я рада. Я буду у тебя через пару минут. Хорошо, договорились. Увидимся. Мамочка, я ухожу. Хорошо, доченька, не задерживайся. О, ты платье одела. А что, мне не идет? Не идет, да? Плохо получилось. Мама, скажи что-нибудь. Кто этот парень? Какой парень? Который тебе нравится? Нет, мама, нет ничего такого. Шима пришла. Не буду заставлять ее ждать. Не задерживайся допоздна. Хорошо вам повеселиться. Для кого ты так приготовилась, подруга? Да ни для кого, просто. Ладно, ладно. Есть что-то там. Ну да ладно. Мне идет? Очень. Прям голубое такое. В школе каникулы. Митин, ты на кого так смотришь, а? Это девушки с нашего квартала. Как тебе не стыдно? Да ладно, брат, не съели ж мы их. Смотри мне, больше не буду предупреждать. Шима тоже идет. Хорошо, я рад, что ты не пойдешь одна. А ты не пойдешь? Мне вечером нужно работать, извини. Ну хотя бы на часок. Мне нужно работать. Бурджу очень расстроится, когда тебя не увидит. Ладно, давайте я вас подвезу, садитесь. Нет, не надо, сейчас клиенты подойдут. Давай, давай, что вы сейчас, одни по улице будете ходить? Ай, огромное спасибо, Эмри, давай. Все очень замечательно, брат Эльгер. Так, как я хотела. Я рад, что тебе понравилось, принцесса. Твой брат с утра мне названивает, все настаивает, спрашивает. Бокалы под соки такого цвета, во сколько придут гости, все спросил. С днем рождения, дорогая. Спасибо, я очень рада, что ты пришла. Я скоро подойду. Добро пожаловать, Джонушка. Ты же говорила, что не пойдешь. Я передумала. Будешь сок? Что ты задумал? С чего ты взял? Я просто так обрадовался. О, Джонушка моя дорогая, добро пожаловать. Илькер, ты в порядке? Да в порядке, Джонушка. Есть проблемы? Да нет, какие могут быть проблемы, дорогая? Ты уверен, что не хочешь пойти? Нет. Передавайте привет. Если что-то понадобится, звоните, хорошо? Ладно. Добро пожаловать. Эмре не пришел? Он будет работать этой ночью. Он не пришел из-за того, что я сказала, правда? Нет, не говори так. Он хотел прийти, просто в последний момент пришлось выйти на смену. Он тоже очень расстроился, что не придет. Он сказал, что на этой неделе обязательно вместе отпразднуете. Правда? Это Шима, моя подруга с квартала. Очень приятно, мне тоже. Извини, в последний момент узнала, поэтому без подарка. Ничего страшного, дорогая. Давайте, идемте.
Привет, добро пожаловать. Уйкю, как тебе идет это платье? Спасибо. Ну, понравилось ей платье? Очень-очень, еще раз спасибо. Зачем ты привела эту девчонку? Она мне не понравилась. Почему? Хорошая девушка. Не знаю, не понравилась. Что это за перешептывание с моим братом? Мне кажется, он ей нравится. Нет, у нее есть возлюбленный. Она мне все равно не нравится. Слышала? Он сказал, что мне очень идет платье. Я же тебе говорила. Ох, даст Бог. Смотри, я чувствую, что этой ночью что-то произойдет. Правда? Да. И этот вечер продолжится с караоке. Я обожаю караоке. Хочешь выйти на сцену? Конечно. Тогда идем. Добро пожаловать. Идем. Прошу. Отлично, правда? Спасибо. Ойкё. Айкё! Эмре? Что ты тут делаешь? Я же сюда приехал, чтобы вас подвезти. Ты в порядке? Пожалуйста, отвези меня домой.
Хорошо, хорошо. Хорошо. Идем давай. Спасибо тебе. Жаль. Не за что. Райкё, ты уверена, что ты в порядке? Я в порядке, Эмбри, спасибо. Ты так и не сказала, что случилось. Если я могу чем-то помочь, скажи, хорошо? Добро пожаловать. Как все прошло? Повеселились? Повеселились, мамочка. И тебе спать не дали, извини. Что это значит? Утром поговорим. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сестра, если мы выиграем этот матч, даст Бог, я должен, очень должен хорошо играть. Тренер сказал, что туда придут менеджеры. Если они выберут меня, наша жизнь будет спасена. И мамина, и твоя, и моя. И о нас думаешь? Ну я же мужик в доме, конечно, буду думать. Ты иди, я скоро приду. Тетя Немет, что случилось? Разве я думала, что когда-нибудь перееду с этого места? А что случилось? Почему вы переезжаете? Я не смогла уговорить детей, дочка. Уперлись, что будут продавать. Якобы хорошие деньги дают. У этого дома нет цены, дочка. Я пришла сюда невесткой. Это для того торгового центра будут сносить дом, не так ли? Да. И футбольное поле, и парк тоже будут убирать, оказывается. Да. Позастроили везде все. Судьба такая, дочка, что поделаешь? Стой, 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 аккуратнее. Аккуратнее, чтобы не сломать. Эмре, пасуй. Оставайся позади. Давай, Джем, давай, Джем. Давайте пройдем туда.
Sakin ya. Hadi çocuklar. Что вы за люди, а? Вам не стыдно выгонять людей из своих домов? Вы у нас спрашивали, хотели мы торговый центр или нет? Я кому говорю? Ты что, глухой? Посмотри на меня. Смотрю. Я тебя слушаю. Что случилось, маленькая госпожа? Я говорю, не стыдно людей из собственных домов выгонять? Мы никого не выгоняли из дома насильно. К тому же мы оплатили стоимость дома. Все так легко, значит. Всему есть цена, и это можно решить с помощью денег. Если не мы, то кто-то другой. И кому я это говорю? Эй, послушай. Ты на меня злишься из-за сноса домов, или тебе до сих пор стыдно из-за своих фотографий? Если из-за фотографий, то можешь расслабиться. Я уже давно забыл то, что видел. К тому же, они еще не такие впечатляющие, чтобы их запоминать. Вы, наверное, меня с кем-то путаете. И этот номер не пройдет. А какие проблемы? Нет. Я правда ее знаю? Айкё, смотри, как думаешь, это или это? Что? Ну куда поведет? О ком ты говоришь? Айкё, конечно, о Мите говорю. Он мне позвонил, подруга, позвонил, и мы пойдем ужинать. А слушай, мы с мамой сказали отцу, что у вас будет, так что смотри. Мите сюда приедет? Ну да. У нас дома военное положение. Что поделать? В прошлый раз видели, как я выходила из машины Резы, и сразу же донесли ему. Подруга, он хотел, чтобы я уволилась. Еле уговорили. До такой степени? Да. Как будто он сможет меня контролировать. Все, что я хочу, это выбраться с этого района. Больше ничего. Ладно, смотри. Сейчас приедет. Смотри. Это или это? Ой, приехал. Ей-богу, приехал. Алло? А, Мите. Да, я скоро приду, хорошо. Хорошо. Они раньше жили в нашем доме. Шима мне так сказала. А, да-да, господин Бюлент, отец Мите. Раньше на рынке занимался экспортом текстиля. Потом ему досталось откуда-то наследство. И он использовал его с умом, занялся текстильным бизнесом. Так и пошло. Очень хорошие люди, очень. Ох, дорогая, а их мама была просто ангелом, теперь покойная уже. 3 года назад умерла от рака. О, значит, проблем со свекровью нет? Гюрселен, следи за словами. После того, как проживешь 20 лет, как в тюрьме. Ну да ладно, молодец парень. Без помощи отца поднялся. Да, так и есть. Я с детства его знаю, очень хороший и очень умный. Ай, Гюрселен, дай-то бог. Посмотрим, Мираль. Ты же знаешь, 50 парней захотят девушку, но получит только один. Мама, я побежала. Смотри мне, не вздумай задерживаться допоздна, хорошо?
Ты же знаешь, мы с трудом сбежали из дома. Хорошо, не заставляй меня волноваться, не задерживайся допоздна. Хорошо, хорошо, давай, дочка. Ай, прям как я в молодости, не так ли, Мираль? Ну да. Тебе не стоит волноваться, Борджи уже не ребенок. Ты правильно решил, что разрешил ей? Но ты же знаешь, что ты очень повлияла на это решение. Я рада этому. Если я не ошибаюсь, то я тоже в это время буду в Нью-Йорке. Обязательно ее найду. В Нью-Йорке? Ага. И насколько ты там останешься? Не знаю. На несколько месяцев, наверное. Несколько месяцев? Что случилось? Что ты нос повесил? У меня сердце есть, ты же знаешь, не так ли? Господин Аяс, добро пожаловать. Здравствуй. Брат Билент у нас? Да, они с вашей мамой в комнате. Хорошо, спасибо. Если бы я чувствовала себя 15-летней, 17-летней, чувствую себя. Удачи в работе, моя королева. А, сынок приехал, Аязик, добро пожаловать, дорогой. Как ты, брат Билент? Хорошо, сынок, ты как? Очень хорошо, спасибо. Мы с братом Билентом пили кофе. Вообще-то должны были встретиться в ателье, но чтобы не беспокоить, он привез мне образцы материалов сюда. Спасибо ему. Что нового, брат? Да все хорошо, сынок. Ты как? Мета говорит, что дела идут хорошо. От тебя бы тоже хотел это услышать. Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь. Я приехал взять пару вещей и уезжаю. А, какое беспокойство, сынок. Эй, ты ужинал? К тому же я уже ухожу. А, ну ты уезжаешь, ну хорошо. Посмотри ткани, я тебе позвоню. Хорошо, тогда спасибо. Мите и Бурджи, огромный привет. Хорошо. Ну ладно, увидимся. Увидимся, брат. Пока-пока. Я пойду за вещами. Хорошо, дорогой. Доченька, мамочка, проходи же. Мама, честно, я не расстроена. А с чего ты взяла? Молоко и печенье. С детства, бессменная традиция. Значит, надо что-то другое придумать. Это связано с парнем, который тебе нравится? Когда папа бросил тебя ради другой, что ты почувствовала? Мама, прости, я не должна была у тебя спрашивать. Ничего такого. Боль. Я почувствовала глубокую боль. А потом страх. Страх? Я думала, что как-то свыкнусь. То есть... Ну, что папа полюбил другую женщину, бросил меня. Но я очень боялась, что он и вас бросит. Тебя, братишку. Если вы не переживете такую боль, как я это вынесу? Как бы я это преодолела бы сама? Но человек ко всему привыкает, не так ли, мама? Привыкает, красавица моя. Ну и хорошо. Твои волшебные печеньки снова меня разговорили.
Этим вечером? Этим вечером, наверное, не получится. Может, ты не хочешь со мной встречаться? Нет, дорогой, конечно же хочу. Но я же тебе рассказывала про своих. Они не разрешают мне выходить гулять каждый вечер. Ну, тогда я приду и тайно проберусь к тебе ночью в комнату, а? Что? Тайно проберешься в мою комнату? С кем это ты говоришь? Ой, извини, Митя, я тебе позже перезвоню, мама зовет. Я тебе 100 раз говорила не заходить в мою комнату без разрешения. С кем ты так сладко говорила? Тебе-то что? О, Аллах, вышел отсюда. Папа, замолчи, Божье наказание, замолчи. Дашь стольник? Замолчу. О, ты еще шантажировать меня собрался? Нет денег, убирайся. Папа. Так, значит, да? Хорошо, зови. Но я отмажусь как-нибудь. Но вот посмотрим, как ты отмажешься. Я скажу отцу, что ты ударил его машину. Не связывайся со мной. Ой, ладно, делай, что хочешь. Хорошо, тогда увидимся завтра в обед. Ну смотри, если вечером сможешь выйти, обязательно мне сообщи, хорошо? Давай, целую. Пока-пока. Что такое? Нет, ничего. Поэтому ты улыбаешься, как идиот. Нет, ничего. То есть ничего важного нет. Ладно, забей. Какие у тебя новости? Давай, рассказывай. Я думаю, что в ближайшее время начнем строительство. Я даже сфотографировал. Если хочешь, посмотри. Где мой фотоаппарат? Будь все проклято. Чувак, ты только глянь. Как минимум 1000 стоит. Да, похоже, что дорогая вещь. Хозяин придет, будет в полицию искать. Давай отнесем. Отнесем? Ты что, дурак? Удача сама к нам пришла, мы будем отказываться. Продадим и поделим деньги. Я не хочу, это грех. Ты играешь с порванным мечом и не можешь купить себе новый. Юноши, я тут оставил свой фотоаппарат, вы не видели? А, значит, нашли. Я был уверен, что его здесь оставил. Ты-то уверен, что здесь оставил? А мы откуда знаем, что это твое? Сынок, там фотографии, которые я сделал. К тому же, последние фотографии я делал здесь. Давай, я тебе покажу. Это его камера, отдай. А может, ты видел, как другой это фотографирует? Ребят, я не собираюсь тратить на вас свое время. Отдайте мне камеру, и я уйду. А если не отдадим, что будет? Слушайте, то, что вы делаете, называется хулиганством. Вы положили глаз на мою вещь. И что? Хватит играть. Я понимаю, что вы дети, но не испытывайте мое терпение. Ой, посмотри на него, он понимает. А ты наглый. Еще не лопнуло терпение? Достал. Слушаю. Что? Я сейчас приду. Вообще-то мы не виноваты. Мало того, что нашли фотоаппарат, так еще и виноваты оказались, да? Но мы же не виноваты. Мы просто там проходили. А он ни с того ни с сего набросился на вас. Жалуетесь? Жалуемся, брат, жалуемся. Замолчите. А ты что скажешь, Джем? То, что говорят друзья, правда, господин офицер. Я надеюсь, вы не верите этим бездельникам. Но если бы это было в первый раз...
purchase. Вот ваш фотоаппарат. Распишитесь, пожалуйста. Я думаю, вы будете подавать жалобу? Непременно. Хорошо тогда. Мы сделаем все необходимое. Можете быть свободны. Мы сообщим семьям детей. Скоро их заберут. Передайте семьям, если не трудно. Пусть воспитывают своих детей по-человечески. Что ты натворил? Проходи, Айкю, проходи. Наши друзья влезли в одно дело. Возможно, запустят юридический процесс. Пожалуйста, брат Али, какой еще процесс? Они же дети. Но то, что они сделали, не по-детски. Мы не виноваты, сестра Айкю. Мы нашли его фотоаппарат, только хотели отдать, а он обвинил нас в воровстве. Он сам на нас напал. Клянусь, сестра Айкю, мы не виноваты. А ты почему молчишь, Джим? А что сказать, сестра? Понятно, с тобой дома поговорим. Их вина очень серьезная, Айкю. Если человек не заберет жалобу, то они получат наказание. Брат Али, а если я сама с ним поговорю? Извинюсь. Может, он заберет свое заявление? Не думаю. Попытка не пытка. Дай мне его адрес. Я не хочу тебя обижать, но это запрещено давать данные. Да? Я ничего не видел. Смотрите, что вы сделали. Из-за вас я иду на преступление. Но вы за это заплатите. А ну-ка, опустили головы. Подпишите это и можете идти. Как ты можешь такое сделать, Джим? В голове не укладывается. Сестра, честно, я не виноват. Я сказала ему отдать фотоаппарат, а он меня не послушал. Хорошо. Тогда почему при даче показаний ты не сказал это? Что случилось, то случилось, сестра. Я не мог выдать друзей. Хорошо. Когда тебя накажут, тебе это пойдет на пользу. Я что, действительно принесу наказание? Конечно же. Ладно, другим нечем заняться, но тебе-то зачем это все? Сестра, только маме не говори, она меня убьет. Ах, Джим, если бы я не знала, что она расстроится, я бы промолчала. Но жалко женщину, если она узнает, что мы идем из полиции. Сестра, умоляю, сделай что-нибудь, пусть заберет жалобу. Если меня накажут, мне конец. Ох, Джим, идем уже домой. Илькер, ты знаешь, я с футболом не очень. Я тебя понял. Я скоро приду. Как дела? Нормально. О, что с тобой случилось? Что за вид? Ты подрался? Не спрашивай. Влез в небольшую драку. В нашем квартале? Что случилось? Дети напали? Пожалуйста, только не говори, что с ними подрался. Дети? Там не было ниже 1.90 м. Да ладно, и кто же они? Забей, они получат по заслугам. Ты что, подрался, приятель? Да, ну и что такого? Ты и подрался. Честно говоря, я не удивлен. Ни за что бы не подумал, что ты можешь подраться, приятель. Если честно, я сомневался, что ты можешь подобное сделать. Нет-нет, Илькер, он даже не с детьми дрался. Так, реально серьезная драка. Я так вцепился, что еле разняли. Алло. Доброе утро. Я беспокою вас в такое время, но
Кто вы? Это я сестра одного из ребят, с которым вы вчера поругались. Мы можем встретиться с глазу на глаз? Нет, нельзя. Не беспокойте меня больше, пожалуйста. Что такое? Ничего, ничего важного. Что там? Прекрасно. Так, хорошо, хорошо смотрится. Умник. Ух, Джем. Я понимаю вас, вы до сих пор злитесь, но нам очень нужно встретиться. Всего лишь 5 минут, можете мне уделить? Нет? Самовлюбленный идиот! Хорошо. Аяс, ты займись-ка пока этим. Самовлюбленный. Ойко. Все нормально? Кто тебя так разозлил? Никто. Что ты здесь делаешь? А, познакомься. Это мой партнер Аяс. Партнер? Познакомься, это Айки, подруга Вирджу. Росли вместе в квартале. Мы знакомы. А откуда? Небольшой телефонный кризис пережили. То есть как это? Вы, наверное, меня с кем-то путаете. Я с вами еще ни разу не встречалась. Опять начинаешь? Аяс, Айку не похожа на других, поэтому этот номер не пройдет. Господин Мите, извини. Ты что, больная? Не груби. Нет, я серьезно спрашиваю. У тебя либо с памятью проблемы, либо с психикой. Почему ты вечно делаешь вид, что меня не замечаешь и не знаешь? Почему для тебя это так важно? Ты ведь оставите футбольное поле. Ты же знаешь, что дети все время здесь проводят. Айку, ты знаешь, я тоже тут вырос. Тоже, но я не хочу сносить. Но мы, может быть, придумаем что-нибудь другое. Хорошо. А дом тети Немет, его тоже снесете? Хоть ты и не помнишь, но с того момента, когда ты мне сказала, чтобы мы не сносили дом, я немного стараюсь. И мне кажется, я найду какой-нибудь способ. Правда? Ха, значит, ты помнишь, что мы говорили? Ты специально, чтобы я сказала, это так сделал, да? А так для тебя дом не важен? Безусловно. Ты себя очень умным считаешь, что ли? Точно, умнее тебя. Друзья, уверена, что раньше не были знакомы? Может быть, вы вместе? Еще чего? Нет, конечно. И мне так кажется. Из 8-х и 9-х столетий, пришедших к нам для примера, есть и миниатюры. Я опять вас беспокою, но вы не можете уделить мне 5 минут. Это касается жизни мальчика, я умоляю вас. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış birçok minyatürlü eser, Türkmen minyatürlerinin etkisini göstermektedir. Посмотри на эту наглость. Даже ответить тяжело, что ли? Но от меня нет спасения. Bu eserler dönemin giyim, müzik aletleri ve eğlence hayatı gibi bazı özelliklerini de yansıtırlar. Tamam o zaman Erdem, siz hesap... Ну ладно тогда, Erdem. Закончив расчеты, можете собираться и уходить, хорошо? Удачи вам, спасибо. Брат Мите? Мета абе, Джем ben. Я Джем, братишка Айкё. О, Джем, ты так повзрослел. Как дела? Футболом занимаешься? Занимаюсь, брат.
Замечательно. А что это? На матче? Нет, в драку влез. Что за драка, сынок? Ой, не спрашивай, брат Митей. Из-за друга произошло. Я не виноват, но если человек не заберет заявление, меня накажут. Из-за одного фотоаппарата моя жизнь пойдет под откос. Из-за фотоаппарата? Ах, Аяс, ах. Да, пока вы не согласитесь со мной встретиться, я буду вам звонить. Но это уже домогательство и преследование. Вы хотите, чтобы я и на вас жалобу подал? Пожалуйста, послушайте. На кону будущее одного мальчика. Оно будет испорчено, если вы не заберете заявление. Вы что, никогда не были молодым? Был. Но я в молодости не вымогал ничего у людей и не обворовывал их. Мне некогда было бездельничать, потому что я постоянно работал. Пожалуйста, я жду вас в парке у вашего дома. Вы в парке? А как вы узнали мой адрес? Слушайте, нам действительно нужно встретиться. Я вас буду ждать до тех пор, пока вы не придете. Вот попал. Когда мальчишка сказал про фотоаппарат, я сразу все понял. Чего смеетесь? О-о-о! Что произошло? Рассказывайте. Значит, еле отцепили от людей, да? Нет, ну ты скажи, меня из рук детей еле вырвали. Ну там человек 15 было. Ну или 10. Конечно, конечно. Мы узнали, сколько человек было. Ты хоть знаешь, что эти дети, с которыми ты подрался, братья Окю и Шеймы? То есть как это? Что это, как это? Айкю разве не пыталась дозвониться до тебя и уговорить поговорить с ней? Это я с Айкю разговаривал? Ты уверен, Джем? Уверен, сестра. Это партнер брата Мите. Но не до такой же степени. Но неужели в этом большом городе не осталось других людей? По его чрезмерно умной болтовне я должна была догадаться, что это он. Нет, я не могу. Я больше не могу ему звонить. А если я ему больше не позвоню? Интересно, он узнал, что это я? Если узнал, мне конец. Наверняка обрадовался. Он же думает, что я теперь в его руках. Не позвоню. Будь что будет, не позвоню. Но я должна позвонить. Нет, не позвоню. Нет, не позвоню. Я принял решение с вами увидеться. Почему он поменял решение? Неужели узнал, кто я? Ну как я это пойму? При одном условии. При одном условии. Что за условие? На вас должна быть точнушка в горошек. Знает, знает, он знает, что это я. Завтра жду вас в офисе в 12 часов дня. Привет. Ты не занят? Я-то не занят.
Но кто вы? Я не могу вспомнить. То есть теперь твоя очередь делать вид, что не знаешь меня. Именно так. Хорошо. Слушай. Сейчас начнем с самого начала. Я прошу прощения за то, что сделала. Сделала ведь, что тебя не знаю, больше ничего такого не произойдет. Хорошо, а как я могу тебе верить? Ты сказала, что придешь ночнушки в горошек, но... Как я вижу, не одела. Ты серьезно говорил? Да. Пока на тебе не будет та ночнушка, я с тобой ни за что не встречусь. Поэтому эта встреча закончена. Все? Я думаю, что ты отомстил. Если ты не рада находиться тут... Нет, я очень рада. Ты же заберешь заявление, не так ли? К чему такая спешка? Чай, кофе? Ну что заказать? Нет, спасибо. Хорошо, сама знаешь. У меня есть дела, потом поговорим. Хорошо, как захочешь. Сначала я. Ты откуда взялась? Я уже час жду такси. Пожалуйста, сначала я поеду. Я опаздываю на учебу. А я на собрание опаздываю. Ты довольна? Ты мне говоришь? Да. Прежде всего, я девушка. Будь немного джентльменом. Моя сумка. Чего ты смотришь? Помоги. Интересно, он узнал, что это я? Если узнал, мне конец. Наверняка обрадовался, думает, что я теперь в его руках. Не буду звонить. Будь что будет, не буду звонить. Но я должна позвонить. Нет, не позвоню. Не позвоню. Я должна позвонить. Познакомься, это мой партнер, Аяс.
Партнер? Познакомься, это Эйкю, подруга Бурджо. Выросли вместе в квартале. Мы знакомы. А откуда? Вы меня с кем-то путаете, наверное. Мы с вами раньше не встречались. У меня было одно дело, я только вспомнил. Позже увидимся. Куда ты уходишь? Но ты же сказал подождать. Что мы тут поговорим, все решим. Что случилось? Почему ты так внезапно разозлился? Я тебе говорю. Куда ты уезжаешь? Что происходит? Я у тебя кое-что спрошу. Спрашивай. Ты влюблена в Мите? Что? И он об этом не знает.